Черемуховое похолодание. 8 и 9 мая в Москве шквалистый ветер, гололедица и даже снег. Последний раз в мае он был 37 лет назад. За два праздничных дня в столице выпадет почти месячная норма осадков. Синоптики заявили, что за два дня может выпасть до 80% майской нормы. В среднем в мае выпадает 51 миллиметр. В ночь на 9 синоптики прогнозируют выпадение едва ли не месячной нормы, причем в виде снега. Столбики термометра могут опуститься ниже нуля, и к утру на улицах образуется гололед. Будет лежать даже снежный покров до 10 сантиметров. Ожидается и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Однако параду победы погодная аномалия не помешает. На время его проведения авиация расчистит небо. Смещаясь на восток по дугообразной траектории, волновой циклон, так называемый, пройдет через территорию Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей, где также вызовет сильные осадки и штормовой ветер. Тепло будет только на юге страны, а также в Хабаровске и Владивостоке. В этих городах синоптики обещают самую хорошую погоду на 9 мая. Дождей не ожидается, днем в районе 20 градусов, то есть существенно теплее, чем в центральных регионах и Москве. В Новосибирске тем временем